Приветствую вас. Я не буду перечитывать вопрос, потому что он достаточно об одном, да. То есть вот вы говорите, что с мужем живете вместе 6 лет, с вашей стороны не было поддержки, выросли без отца, а матери уже 75 лет. А дальше вы описываете ситуацию, где, значит, родители мужа, с которыми вы жили 1 год, начинают влезать как бы в ваши отношения. Да, то есть в одном моменте, например, в моменте, когда, значит, переубедили вашего супруга и вас не брать кредит на квартиру, да, потому что отец мужа купил квартиру, вот, потом, соответственно, портил репутацию вам, вот, из-за чего вы уехали с, как бы, с ребенком. И муж потом за вами приехал. Дальше покупка дачного участка и вложение общих денег в гостевой дом. Также со стороны родителей мужа вашего. И в итоге у вас постоянные скандалы с родителями мужа, потому что отец мужа, например, всегда хочет помогать, а вы не хотите, он считает, что он тут хозяин. Вот. Ну, в первую очередь, пожалуй, нужно заметить, что у вас есть некоторые трудности с постановкой своей позиции, да? То есть как-то вот вы договорились с мужем об одном, потом они его переубедили, вы согласились, хотя в это не верите. То есть как-то вот вы как будто четкости своих позиций не ощущаете. Вот. Когда вы уехали, то опять же, от кого вы уезжали, зачем? То есть, ну, сестра вас опорочила. Но муж-то вам верил, вроде как. Вот. А он в итоге за вами приехал, и вы просили год. Вот. О чем вы договорились? Ну вот в этом смысле, да, со своим мужем. Решили ли вы что-то? Как-то вот, ну, не совсем понятен этот момент, на мой взгляд. И то же самое, как бы дальше вы говорите, что не хотите жить в квартире, которую купил свёкор, но при этом в гостевом доме вы вроде как же согласились, понимаете? То есть вот такое ощущение, да, что нет четкого отделение, да, себя от, ну, от его родителей, или себя от, там, ну, допустим, от кого-то конкретного. Нет отделения себя, например, от
родителей мужа. Вот. Понимаете? Какая штука? Как бы с этим в первую очередь нужно работать, как мне кажется. А дальше. Вы говорите, что росли без отца. И вы говорите о том, что с вашей стороны не было поддержки. Вот. Поддержка в чем? Не совсем понятно. Какое значение имеет в данном случае то, что выросли без отца? Вот, то есть какое-то значение это имеет, да, имеет, какое? Дальше. Вот вы говорите скандал. Устали от скандала. Какой ваш вклад в скандал? Вот. Понимаете? Вы-то сами участвуете в этом скандале. Вы-то сами. Как бы. Вносите в него свою лепту. Вот. Понимаете? И нужно понять, какая это лепта. Вот. Потому что, очевидно, скандалами ничего не добиться. Вот. Собственно, вы уже и видите, что как бы толку от скандала никакого. Ну вот в том и момент, что вам нужно увидеть свое участие в скандалах и учиться конструктивно коммуницировать. Вот. Как бы без перехода на, что называется, например, личности, да? Ну, вот. Потому что, как бы, ну, сейчас вот именно это, судя по всему, вы и делаете. Вот, в том и вопрос. Значит, я бы рекомендовал в первую очередь психологическую игру скандал изучить. Это будет полезно для вас. Вот. Посмотрите на основные, так скажем, механизмы возникновения этого и причины возникновения этого. А дальше уже можно будет работать. Вот. И вам с мужем необходима консультация, ну, необходимо работать с психологом для того, чтобы научиться
отделять себя от семьи, от вашего супруга. Вот. Это очень важно. Личные границы и так далее. У вас и у супруга есть определенные проблемы, и у вас и у супруга есть определенные страхи, иначе бы не было скандала. Вот. И, соответственно, со всеми этими аспектами нужно работать. Вот. Вот как-то так примерно. То есть сейчас вы пытаетесь переубедить, переспорить взрослых людей, уже состоявшихся, которые там привыкли, судя по тому, что вы описываете, да, привыкли, ну, опекать, как бы, своего сына, вот. Вряд ли они могут вот так быстро от этого отказаться. Особенно если сын сам по себе вот как-то не дает никаких мотивов к этому. Вот. Ну, то есть сын как бы не учат новому опыту. Ну вот, понимаете? А вы достаточно такой вот для них, вероятно, да, тревожный и неуверенный человек. Вот, поэтому как бы откуда взяться переменам в данном случае. Вот. Так что подумайте об этом, пожалуйста. Как минимум. Вот. И начинайте работать над собой. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сделать, если хотите сохранить свою семью, да, и не довести все до вот какой-то такой откровенно негативной и тяжелой истории. Вот. Ну и опять же на ребенка все это влияет как бы не самым лучшим образом, я надеюсь, вы понимаете это. Вот. Так что такой вот ответ мог бы я вам сейчас дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения как бы своих ценностей. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.